Спасательная станция «Свод» на Грибном канале уже не один год становится базой для проведения учебных мероприятий с молодежью. В этот раз тема обучения – спасение на водах. Как показывает практика, проблема не теряет своей актуальности. Та статистика, которую мы можем сейчас назвать, это на сегодняшний день 18 утопленников, один из них ребенок, заставляет, наверное, консолидировать все силы и говорить о том, чтобы против этой беды сплотиться все вместе. И вот как пример хочу сказать, что позавчера только на территории области в один день погибло 3 человека. Это в Кобринском, Пинском и Барановичском районе. Конечно, таким событиям нельзя мириться. Поэтому, и консолидируются такие организации, как «Освод», как областное управление МЧС, УВД, для того, чтобы вот через посредством этих молодежи активно, детей, влиять, доводить до тех купающихся, раздавать какую-то печатную продукцию, доносить вопросы, связанные, что вода, она не только как бы средство отдыха, но вода может быть и опасна. Всего в Брестской области более 2000 юношей и девушек состоят в молодежных отрядах охраны правопорядка. Молодые люди мотивированы. Многие из них планируют связать свою профессиональную жизнь со службой МЧС или правоохранительными структурами. В целом вопросы безопасности, особенно категории несовершеннолетних, занимают первостепенное значение для органов внутренних дел в летний период. Как, наверное, безусловно, для всех служб, обеспечивающих правопорядок и безопасность людей. Поэтому оказание помощи со стороны общественных объединений, таких молодежных движений, как молодежные отряды охраны правопорядка, конечно, бесценная помощь. И, безусловно, тот опыт, который они получают уже в той общественной работе, в дальнейшем помогает, на мой взгляд, уже обрести себя в профессии, скажем так, профессионала, либо в правоохранительной сфере, либо в сфере безопасности. Я служил в воздушно-десантных войсках, 38-й бригаде. Я уже привык к погонам, а в милиции мне нравится, там все как надо. Получив набор полезных навыков и умений, Иван, как и его коллеги-маоповцы, отправится помогать правоохранителям и спасателям. Эта работа будет проводиться на протяжении всего летнего периода. Весь летний период мы совместно с сотрудниками будем выезжать во все практически регионы Брестской области, во все детские оздоровительные лагеря. И практически все сегодня пляжи взяты под контроль. То есть наш сотрудник, непосредственно молодежный отряд охраны правопорядка, сотрудник внутренних органов МЧС, ОСВОД, мы все вместе разом ведем мониторинг и наблюдение на пляжах. Раздаем информационную продукцию, где указано конкретно, что нужно делать в таких ситуациях. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».